Как это здорово, что к песне сказки «Явление весны» вышел аккомпанемент. Какая-то все-таки уникальная возможность, включив аккомпанемент, читать вместе с ним песню-сказку. С первых самых звуков звучание аккомпанемент душа наполняется такими теплыми весенними чувствами, такой трепетностью, лаской, словно бы соприкасаешься с атмосферой этой песни-сказки. Потом, строчка за строчкой, следуя по песне сказки, происходит встреча с ее событиями. Уже благодаря собственной активности, прочтению, и можно ощутить каждое событие, встретиться с ним, вспоминая интонации сказочников. И уже, наверное, научаясь относиться к этим событиям, следуя за сказочником, с такой же восторженностью, с такой же благодарностью, восхищением. Радуясь каждому происходящему в сказке событию. Такая уникальная возможность научаться относиться к сказке, воспринимать ее и наполняться благодаря этому, ощущать каждый оттенок, каждый нюанс. Такое чувство, что возможности внимания благодаря этому расширяются, и это еще больше позволяет наполниться чувствами песни сказки. Просто весна приходит в сердце.